«Носите маски, берегите себя» – так называется акция, которую проводят единороссы. И в день рождения своей партии активисты вышли на улицы, чтобы бесплатно раздать средства индивидуальной защиты. Наша съемочная группа присоединилась к акции на улице Гончарова. И молодогвардейцы и депутатский корпус объединили усилия. Для ульяновцев у них припасено 10 тысяч масок. Сегодня около ЦУМа мы раздадим порядка 500 масок, а далее мы отправимся по главным центральным больницам, где раздадим порядка еще 500 масок. Раздача СИЗов занимает примерно несколько часов в день. Акцию нельзя назвать однодневной. На протяжении двух недель партийцы снабжают масками жителей Ульяновской области. Большинство людей охотно принимают помощь. По большей части прохожие очень рады такой нашей инициативе, и за это большое спасибо партии «Единая Россия». Но есть и те, кто как бы с осторожностью воспринимает данную акцию, но таких людей лишь единицы, все очень рады, охотно берут, тем более, что это же все бесплатно. Активисты работают не только на улицах, но и в общественном транспорте. На остановке возле ЦУМа партийная молодежь раздала десятки масок пассажирам маршруток. Единороссы не планируют прекращать акцию. Раздача будет продолжаться. Виктория Чиркова, Владимир Куликов, новости Управды ТВ.